Как вас много! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, погнали! Да, может, нет.
Бежим. Вот он чувствует. Выкатили. Тяжело. Ну, я думаю, что тем, кто на великах, не легче. Поменял дистанцию свою на 50, на 10-ку. Полет нормальный. А там кисель. Здравствуйте. Я? И господин мой пейсмейкер. Вы сзади не дышали, я бы тоже так не бежал. Да. Димка, привет. Привет. Поздравляю. Спасибо. У вас кто бежит? Супруг? Да, у него еще день рождения, он себе вот день рождения решил устроить такой подарок. Супер, я молодец. Считаю, что это вообще круто. Привет всем. Сильно вместе. По знакомству налей. Спасибо. Спасибо, медалька. Здравствуйте. Десятка. Он сердечко сзади поставить? Да куда обычно ставить? Да, туда и мне. Ага, давайте здесь. Сердечко сзади можно. А можно? Да. Если, только если ты настаиваешь. Фантастика. Спасибо большое тебе. Спасибо. А что делают? Значит, здесь тепленько, можно погреться. А вот так выглядит крутейший спуск. Еще несчастливый финишировавший участник. Креатив пошел. Вот так вот. Креатив. А сейчас он одну сделает хорошую. Я просто смотрю, да, что очень медленно. Здесь-то кажется, что вообще гони, не хочу. Так все, это всю дорогу это самое. Да, я простите, я просто поменял на десятку, потому что мне очень любопытно, как было. Да, ну хорошо ехали, вот хорошо набежали. Ну вот оно, в принципе. Вот эта пятерка вот. Симпотно. Весы, солнышко даже. Всю дорогу вот одни и те же лица. Я бы сказал, что лица скорее попы. Пилили вместе. Погодка, конечно, кайф. Минус 2. Вот это вся тачка. Смотрите, на планете. Ватик расчел. Слободка делает. И торт. Пошел просто фантастический красивый снег. Такой рождественский, я бы так даже так назвал его. Я, в принципе, успел уже все сделать. После часа 16 минут бега. Я успел съесть уже гречневую кашу с тушенкой, поставить, взять электронную отметку, получить и проклеймить медальку. У меня даже сердечко есть, смотрите, какое крутое. Тима! Как вам? Поздравляю! Пятерка вообще класс зашла. Все, понравилось? Вообще-очень кайфово, да? От десяточки кайф. Ну, я погибал последние 2,5 километра, реально. Путь 180, 170. Ну, блин, было тяжко. Было тяжко. Зашло, снег вообще пошел. И снег такой, Дима! Поздравляю, коллега!